Ну ладно, зеленый человечек, я надеюсь, хотя бы в эту ночь ты мне попадешься. Ух, я тебя догоню. После этого поймаю, посажу на цепь и прославлюсь. А пока мне пора спадки. Ой, надеюсь, что мне приснятся хорошие сны. Ну что, пора его воровать на опыты. На опыте. Ничего нет лучше свежее мясо. Все самое интересное для Майнкрафта в одном месте на сайте geroncraft.ru. Читы, карты, сиды мира и даже моды со сборками. Все ссылки в описании, ждем. Не, пацаны, это нормально? Наша летающая тарелка опаздывает уже на 15 наносекунд. Ой, какое... Кто я? Что? Где я? Кто меня здесь запер? А, чувак, ты кто? Вообще, что происходит? Ой, Нубик, ты попал. Это тюрьма безумия. Помогу, Нубик, выбраться тебя отсюда. Но мне нужно на немножечко лайков. Да, я приперся специально за лайками. Что здесь такого? Я тоже люблю лайки. И, друзья, это займет у вас всего лишь на все полсекунды времени. Поставьте большой пальчик вверх под этим видео и... А, вы уже поставили. Ой, спасибо, мои любимые драгоценные подписчики и просто мимо проходившие зрители. Большое спасибо вам вдвойне, если вы еще подписываетесь. Втройне спасибо, если еще в комментариях пишете. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Это же так интересно. Кто первый? Давайте, на кто первый дочитает до 1000. Угу. Вот. Ну, а самое главное, подождите, секунду. Так ты сможешь теперь ломать глиняные блоки, это тебе поможет. Ну ладно, друзья, давайте подумать, как отсюда выбираться. Значит, я теперь могу ломать глину. У-у-у, там выход, наверное. Ура, наконец-то. Здесь нет выхода. Ребята, нас кинули. Так, давайте, может, туда надо бросить? Ух ты, подожди, а я там вижу сундук. Или мне кажется? Ну-ка, сяна-кася. Я же видел там... А, вот где я видел. О, ребятушки, тут всякие зельки. О, да, детка, да, детка. Обожаю зельки. Ну ничего себе у вас тут подземелье. О, какие интересные блоки. Слушайте, похоже, я нахожусь в каком-то другом измерении. Ага, так, дверку открыть мы не можем. Что у меня есть? Зелька, ага, лава. Лава здесь просто так. А то я не знаю, что лава здесь не просто так. Так, пьем зелье огнестойкости. Лезем в лаву. Меня, я хоть и нуб, но меня так просто не проведешь. И самое отвратительное, куда... А, слушайте, друзья, они, видимо, все-таки меня сдали на опыты. У меня же уши пропали, кажется. Да, у меня больше нет ушей. Отвратительно. Так, а что делать дальше? Здесь тоже есть лава. Туда запрыгнуть я... А, во, я вижу рычаг. Сейчас огонь перестанет полыхать. Ага, да. Нубика, они умные, а? Что делать-то? А, все, я понял. То есть мне нужно залезть сюда. Потом... Так. Прыгнуть сюда, потом каким-то образом... Есть, быстро пробежали. Окей, хорошо. Дернули за рычаг. Так, бьем мечи. Будем отбиваться от злых зеленых человечков. Ой, блин, боже мой. Что же мне... Ой, какое все вокруг странное. Секунду, друзья, надо протереть глаза. Не, все равно все вокруг очень странно выглядит. Неважно. О, башня для наблюдений. Ага, угу. Do you speak English? Кто speak English? Давайте. Так, у меня есть железный меч. У нас есть какое-то помещение, в которое неплохо было бы попасть. Но не открывая. Стоп, а это что, лестница? Что это? Как по этому забраться? Так, это не лестница. Окей, хорошо. Я понял. Я уже начинаю понимать, что тут происходит. Вот, это домик охранника. Охранник, видимо, ушел бухать куда-то. А, это взять нельзя, это не стекло, это обман зрения. Ой, а это что, уголь? Алмазики? 12 алмазиков. Так, о, башка, чья-то башка, надо забрать. Так, не-не-не-не-не-не-не-не. Каждый раз, когда я засыпаю, просыпаюсь, потом начинает происходить неведомая фигня. Это мы уже знали, это же не в первый раз. Хочешь проспать, думаешь, я сейчас проснусь в той же кровати. Не, о, красная хреновина. Что это такое? Это поможет мне, наверное, выбраться. О,
О, маяк, ребята, маяк — это люди. На маяке, надеюсь, люди же будут, и я надеюсь, там не только зеленые человечки. Так, короче, у меня есть план. Похоже, вот эти штуки непонятные, надо ставить поверх вот этой штуки, вот так вот. Не работает. Окей, значит, какие-то другие штуки надо. Ага, корова. Корова дает молоко. Молоко мне пока не надо. Ага, я да. Так, часы. Зачем мне три штуки часов, куча рыбных удочек? Я, к сожалению, нубик, я не умею ловить рыбу. Друзья, кто в теме, напишите бедному нубику, который не знает, как ловить рыбу. Я знаю, что вам смешно, но я нуб, я не знаю, как ловить рыбу. То есть я знаю, что есть удочки, как-то ловится рыба в Майнкрафте. Но это какая-то другая планета, и рыба что-то не клюет. На что можно ловить инопланетную рыбу? Так, хорошо, давайте-ка мы сейчас быстренько смотаемся под воду. Вдруг... Смотри, тут дырка. О, тут отверстие, оно куда-то ведет. Ребята, я, кажется, попал по адресу. И тут определенно что-то есть. О, еще такая же непонятная коричневая штука. Иди ко мне. Наверное... А, тут какие-то монстры, хватаем ништяки. Сейчас, я надеюсь, они меня не убьют. А! Так, все, спокойствие. Пацаны, давайте не ссориться. Так, а где я воскресну? Воскресну я вот здесь. Неплохо. А как я отсюда вышел? А, я кинул глину туда. Дверка-то открылась. Давай, открывайся, дверка. А дальше что я делал? А, в лаву. Так, а у меня сейчас зелья все лавовые закончатся. Значит, мне умирать нельзя. Окей. И я там видел очень интересные, странные блоки на деревьях. Вы видели, не? Сейчас выбрусь и покажу. Ну чё, давайте попробуем поставить вторую такую штуку. Не-не-не-не-не. Это явно как-то взаимосвязано. Потому что они очень странные, явно ни на что не годятся. И это явно какие-то магические хреновины. Знаете, оказывается-то, мы-то с вами думали, что зеленые человечки пользуются бластерами, пушками, пистолетами. А нет, они пользуются черной непонятной магией. Так, башка, или что это? Или... Что это было? Мне аж страшно. Чё? И ничего. Я думал, А, значит, слушайте, нам нужно вот такую штуку третью найти где-то. Нам нужно как-то вот туда забраться, наверх. Так. А, паркур! Паркурить я знаю, это я умею, да. Я нуб, который умеет паркурить. Да, это честная ютуберская. Да, я такой. О, кактус. Написано, я еще могу ломать кактуса, можно запрыгнуть наверх дерева, так, у меня есть план, значит, если прыгнуть на это дерево вроде бы безобидно выглядит, меня не кусает, хотя оно инопланетное, дальше, ну, просто инопланетней быть не может, блин, я даже высказаться не могу правильно, настолько я распереживался. Да, это работает. Уи! Так, главное не разбиться, потому что я потом воскресну где-то в непонятном месте. Это очень странная идея. Я даже не знаю, что надо делать. Но говорят, что нужно выпустить воду. Окей, хорошо, и чё? А, если типа я упаду, я смогу сюда вернуться. А кто это по мне... Слушайте, по-моему, этот зеленый хрен морожевой очень хорошо по мне заботился. А, стоп, по-моему, там угол, на который я смогу запрыгнуть. Ну-ка, ча. Тяк. Это у нас какая-то разрушенная башня. Наверное, с нее посылают сигналы в космос, чтобы незадачливые нубики попадали в сети жестоких и коварных зеленых человечков, которые кушают мозги бедных нубиков. Слушай, а там тоже куда-то можно забраться наверх? Так. Я, конечно, вас мучить не буду. Я сразу, как говорится, применю магию монтажа. Я первый монтаж в истории русского ютуба, который использует монтаж. Поставьте плюсик в чатике, кто согласен. Я красавчик. Я что-то нашел, но прям не знаю, что же мне делать. Ой, что это такое за фиговина? Ой, я не знаю. Она издает какие-то непонятные частички. Не волнуйтесь, друзья, это просто звуки счастья у нубиков. Это нормально. Как говорила одна тетенька, это норма.
Так, мне очень пугает то, что мне дают кучу разной брони. Ууу, какой я красавчик. Ууу, какая инопланетная хэй... О! Бзиж, 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 бзиж. Все, лайк поставил, а если найду? О, молодец. Ты еще не подписался? Подпишись, потому что меня постоянно то похищают пришельцы, то херабрины, то еще кто-нибудь. Ты шо, у нас тут весело. У нас тут еще обзор модов есть. Как ты еще не подписан? Почему ты еще не подписан? Как? Как такое могло случиться? Все, пойду утоплюсь. А, слушай, тут есть третья хреновина. Друзья, ну что, я не знаю, я есть бояться. Давайте что-нибудь закрафтим, алмазное. Железная броня это не очень, а вот алмазное что-нибудь, вот самое оно. Значит, делаем себе вот так вот. Я надеюсь, о, да. Труселя, так, труселя у меня есть, значит, мне нужно, наверное, подожди. Железная шапка мне не нравится, давай себе алмазную рубашечку сделаем, алмазные штанишки. Бзиж, 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 бзиж. Теперь я похож на джедая. Нет, не на джедая, а как его там? На ситха, во, вспомнил. Ну, круто сделано, конечно, очень круто, мне нравится. Блин, какой у них дизайн шмоток, ребята. Это самые правильные пришельцы, которых я видел. Так, а можно мне немножечко деева? И еще, знаете, что я хотел спросить? Я еще видел там... Это еще не все. Я хочу все-таки сходить вон за ту дверку. До того как. Как же мне туда попасть? Блин, вот я балда. Там же можно вон оттуда спрыгнуть вон сюда. Секунду, друзья, я сейчас обратно туда вернусь. Вот. Вот отсюда можно допрыгнуть. Ух ты, я остался живым. О, девайс. Что у нас тут дают? Ага, пластинка, песочек. О, пластинка, это инопланетные звуки. Я смогу доказать миру, что инопланетные цивилизации существуют. О, да, заработаю миллионы долларов. Куплю, блин, миллион лицензионных версий Майнкрафта. Все для вас, друзья мои. О, подожди, а это что за хрень? Такая! О, подожди, тут, там что-то есть. Подожди, бежи, бежи. Бесконечность. Ничего себе, зеленые человечки пользуются такими же системой зачарований, как у нас есть на Земле. А что умеют, друзья? Это... Оказывается, они воруют наши технологии. То есть мы все-то думаем, что они воруют... А, черт, что мне делать? А, так, железный меч, зелье ночного вечного лечения, мгновенное исцеление, огнестойкость... я не знаю, поймем. И у меня половина сердечек. Так. Что ж мне делать-то с вами, друзья мои? Мне как-то надо прорваться до лестницы. И мне как-то не хочется умирать. Ну, давайте, я приходуем их. Может быть, я справлюсь. Так, свободен, свободен. Я понимаю, что я хочу себе лук со стрелами. Так, понятно. Друзья, знаете что? Может быть, я как-нибудь вернусь тем же путем, что и вышел? А, нет. Нет, только опять не сюда. Ладно. По-моему, это не все секретики, которые я здесь нашел, но мне как-то здесь оставаться не хочется. Ребята, меня ждет приключение. Я должен найти зеленого человечка, который меня сюда затащил. Засранец мелкий. Я ему покажу. Я сейчас отсюда выберусь и ему покажу. Что, друзья, запускаем эту непонятную хреновину. Ой, боже мой. А что-то страшное. Ну, я сделал себе лодочку, чтобы, если что, можно было быстренько уплыть отсюда. Ой-о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 й. Все, ребятки, силовое поле разбито. Я надеюсь, он меня не заметит. И я смогу отсюда слинять. Мама. Мамочка. О, слушайте, я там что-то вижу интересное. Но что там у нас ждет в маяке, мы с вами узнаем в следующей серии. Друзья, не забывайте подписываться, лайкать, комментировать. Ну а с вами был ополоумевший от, короче, как его, нубик в Майнкрафте по имени Герон, который хочет выбраться с планеты пришельцев и избавиться от всех зеленых человечков, разгадать все тайны, похитить херабрина, ну и так далее. Стоп, подождите, я пропустил, это не... Это не то.
Друзья, я все пропустил. Сейчас все будет.